Друзья, всем добрый день! Я рада приветствовать вас на канале «Садовые зарисовки». Меня зовут Татьяна. Месяц назад я черенковала крупнолистную гортензию вот в таких контейнерах. И сегодня хочу посмотреть результат моего черенкования. У меня на канале есть видео, как я это делала. Ну что, давайте посмотрим, что у меня получилось. В этом контейнере у меня гортензия «Дольче Кис». И черенковала я ее 27 июля. Черенковала я в нейтральном торфе с добавлением перлита. Ну вот черенок не хочет выходить, значит корешки есть. Ага, вижу, неплохая корневая. Сейчас попробую сфокусировать камеру. Неплохие корешки. Не знаю, как видно вам. Да, вот корешки белые. Неплохие корешки. Давайте посмотрим следующий черенок. Вот такая отличная корневая, на мой взгляд. Корешки белые, не потемнели. Ну, отличная, отличная корневая, на мой взгляд. Сегодня на день съемки 29 августа. В общем-то, ровно месяц со дня черенкования. Я думаю, что сегодня я буду делать перевалку. Вот такой черенок. Плохо фокусирует камера, но надеюсь, вам видно. Корешки хорошие. Давайте посмотрим следующий черенок. И я уже чувствую, что здесь тоже хорошая корневая. Да, хорошая корневая. Белые корешки. И сегодня буду эти черенки рассаживать по горшочкам. Давайте посмотрим следующий черенок, что получилось. Ну вот здесь корневая немного поменьше, но тем не менее она есть. И корешки беленькие. Это радует. И следующий черенок. Но вот здесь я вижу отличная корневая, черенок плохо выходит. И посмотрите, какие корешки. Просто замечательная корневая наросла. Я очень-очень довольна результатом. Черенки стояли месяц в этом контейнере. Я дополнительно ничего не поливала, не опрыскивала по листу, как поставила в день черенкования во влажный торф. Так по сегодняшний день они и стояли. И вот сейчас посмотрим последний черенок. Ну, тоже я вижу, что неплохая корневая образовалась. Вот такие корешки. Я думаю, вам видно. И, в общем-то, результатом я довольна. Главное правильно угадать с влажностью. У меня торф, он слегка влажный, не сильно мокрый. И контейнеры стояли у меня в доме. Этот контейнер пока отставлю в сторонку. И хочу проверить еще один контейнер. Я черенковала сбежавшую невесту. Как раз это видео есть у меня на канале. Черенковала 4 августа. Но, возможно, сегодня еще рановато. Но посмотрим, какой результат в этом контейнере. Так, беру первый черенок. Здесь, конечно, корневая поменьше. Вот, как видите, корешки поменьше, но тем не менее они есть, и это уже радует, потому что все очень жалуются на сбежавшую невесту, что она тяжело укореняется. Но вот меня радует, что корешки хоть небольшие, но есть. Ну вот здесь тоже небольшие корешки, но и этот контейнер, он черенковался попозже. Возможно, я сегодня не все черенки буду пересаживать из этого контейнера, отберу с самой большой корневой. Начинаю готовить грунт для перевалки растений. Я взяла обычный грунт из магазина и буду смешивать 50% грунта и 50% нейтрального торфа. Но, к сожалению,
У нас не оказалось кислого торфа, поэтому беру нейтральный и добавляю хвойный опад. Хвойный опад немножко подкислит почву и сделает ее более рыхлой и воздушной. Все тщательно перемешиваю, чтобы все компоненты соединились и была однородная почвосмесь. Ну вот, грунт я хорошо перемешала, все соединилось. Он получился легкий, воздушный, такой, какой необходим для выращивания гортензий. Я закончила перевалку. Мои горшочки уже готовы с новыми растениями. Обязательно сразу все подписываю. Dolce Kiss сорт, чтобы затем не перепутать, подписываю каждый горшочек. Вот здесь листочек от конденсата немножко подгнил, поэтому я сразу срезаю это место, чтобы гниль не пошла дальше на растение. Отправляю рассаженные горшочки снова в контейнер. Обязательно поливаю горшочки с добавлением фунгицида. Я люблю биофунгицид фитоспорин. У меня всегда он стоит, маточный раствор, на готове. Беру маточный раствор фитоспорина, развожу его. Развожу его всегда на глаз, без всяких, не соблюдая никаких пропорций. Вот так, небольшое количество маточного раствора. Размешиваю. Отправляю в леечку. И будем проливать сейчас все горшочки. Поливаю аккуратно по краю горшочка, чтобы не залить, не перелить растения. Накрываю контейнер вновь крышкой и оставляю в таком виде на сутки. Через сутки буду крышку открывать, оставлять зазор, постепенно этот зазор каждый день увеличивать, для того чтобы растение адаптировалось к новым условиям. Примерно через неделю начну обрабатывать растение по листу навалоном с фосфором 45 для лучшего корнеобразования. То же самое сейчас проделаю с черенками гортензии «Сбежавшая невеста». Выберу самые лучшие, вот такие уже можно будет пересаживать. А те черенки, которые еще образовали маленькие корешки, еще посидят у меня недельку в этом контейнере. Друзья, ну вот и все, о чем я сегодня хотела рассказать вам. Я на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока, до новых встреч!